Всем привет, ребята, мы с вами продолжаем играть на DayZ сервере. Хотите новую часть, тогда 70 лайков. Эпик влог 110. Поехали. Ты меня килять будешь? Мир, Зейман. Давай, я иду к тебе. Я иду к тебе. Так, ну, мы обезопасимся. Свои. Я свой. Отлично. Я снимаю. Скажи привет Ютубу. А, ты снимаешь? Понял, да. Понял. Есть у тебя что-нибудь? Я чувствую, нет, он меня хочет. Он меня игнорит, смотрите. А, пацан сзади, кто это? А, здорово. Свой. Привет. Есть что для меня? Я уже понял, О, пацаны, смотрите. Серия не успела начаться, у меня уже... Офигеть. А, рюкзака, сейчас я рюкзак закуплю. Так. Место? Зачем ты рюкзак выкинул, если он тебе нужен? Я его купил, погоди. Сейчас все будет. Так, отлично, ребята. Путяк. Вот так вот это, ребят, делается. А, Зимон, можешь дать кровь? У меня очень мало хп. Давай. Этот придурок по мне стрелял. Лёха, я тебя сейчас убью. Спасибо. Эти ребята со мной на стриме были, кто на стриме? Играл, тот помнит. Зимон, Хэви! Хэви. Сваливаем, ребята! Хэви! Уходим, Зим! 2000 крови. Зимон, всем жопа. У меня очень 2000 мало крови. У меня 725. Зимон, покупай сейчас нам всем кровь. У меня вообще 5 кп. Надо в домике заныкаться. Зимон, беги, давай, ты сможешь, погнали. Офигеть. Зимон, дай кровь. На. Подожди, давай добежим. Тут вообще нельзя. Рискованно. В домике надо забежать. Погнали, срочно на крышу. Сюда. Ко мне. Поднимаемся, фастом. Зимон, ты чё сейчас стримишь? Я снимаю. ХКС хард. А, понятно. Так, ребята, мы убежали, мы смогли. Очень серия напряженно начинается. Она даже начаться не успела. Я даже не сказал. Зимон, я забуду, чтобы я кровь не выпил. Не успела, в общем, начаться. И я вам даже не сказал, почему так долго не было роликов. Ну, 3 дня это долго. Вот сейчас буду с вами рассказывать и, так сказать, здороваться. Зимон, давай. Так, давай тут чуть-чуть подождем, я думаю. На это давай. Давай. Вон, Лёху? Так. Лёха, он на какой-то другой дом погнал. Где, не знаю. Я пока чат выключу. Ага, окей. Так, видимо, мы успели свалить, слава богу. Ой-ей. Итак, дорогие друзья, что ж, вот такое вот эпичненькое начало у нас с вами начинается. В общем, почему не было так долго видео? Я снимал ролик, который вот сейчас, сегодня все выйдет. Я думаю, что он больше не бежит за нами. Я думаю тоже. Подожди, давай еще отсидим 3 минутки. В общем, ребят, вот я снимал, ну, мне, короче, поручили снять ролик. Ролик поручили мне снять, и я его снял на свою зеркалку. В общем, зеркалка у меня Canon 7D Mark II, Mark II. Вот, и вот так вот. Я снимал, я монтировал, вот только что замонтировал. Вы можете этот ролик найти вот на канале у меня. Я ему особый не придал значения, но по итогу, по критериям надо выложить его на YouTube. Так что, извините, канал у меня один, так что... Если кто-то начнет отписываться, такого больше не будет, ребята. Но если многим понравится... Хэви, пацаны! Он туда побежал! Тихо! Он к Черногорску побежал. Вот там я его запалил. Ох, как повезло. Допрыгну отсюда, Зимон. Давай. Я боюсь, я допрыгну до сюда. Да, паркур, если ты там не был на паркуре. Ну, прыгай. Красава.
Вот, ребята, так что машина бы выйдет в четверг, завтра среда, четверг. Сегодня мы снимем, завтра будем продолжать, и все будет очень круто. Эта серия будет большая, мы ее уже снимаем, мы отсняли уже где-то 60%, и 30% я отмонтировал. Там очень круто будет, она где-то будет на 10 или на 8 минут. Вот, так что ждите, ребята. На ней, надеюсь, мы наберем 150 лайков. Ну а на этой серии давайте наберем, ну сколько? Я, наверное, в начале ролика уже сказал, сколько. Но на лайве давайте. Зиман, а. Зиман, да? Скинь ссылку, ссылку скинь. На что? Ты сейчас стримишь, да? Нет, я снимаю видео. В YouTube? Да. А, понял. Так. Блин, там реально хэвик был? Да-да-да-да-да, вот он сейчас туда побежал, я так просто посмотрел и увидел его. Извиняюсь, ребят, за ВК. Понял. Забыл офнуть. Сейчас я чекну. В общем, вот, ребят, на самом деле, выйдет все очень классно, так что, ребят, ждем. Но пока вы можете посмотреть этот социальный ролик, над которым я очень долго старался. Мы снимали, это был полный пипец. Если наберем... у меня есть еще влог, я его еще не монтировал, но есть влог, как мы это все снимали, но он более интересный, это как бы, знаете, так, для конкурса, а влог там уже с матом, короче, и всякие шуточки, в общем... Такая для молодежи интересная херня. Если вы хотите влог, то мы должны на этом видео невероятно набрать. Просрал. Я не знаю. Я не помню уже. Я его просто. Я просто вышел, ходил тэпнуть человека и меня убили. Вот, так что, ребята, если. Понял, мы сегодня верт такой же заспавнился, мы только что недавно пригнали такой же верт. Ясненько. Теперь у нас только порох есть. Вот, ребят. Так что. Я могу выложить этот влог, я его могу замонтировать, там очень прикольно. Жалко, там нет, как мы снимали, потому что я забыл зарядить GoPro, и там только съемка с самой зеркалки и с телефона. Потом ссылку скинешь. С iPhone, да. На видео. Да, хорошо. Вот, ребят, так что, вот так вот. Потихоньку. Ну, на самом деле, всем спасибо, кто подписывается, кто ставит лайки. В общем, 110 лайков, и я выложу влог. Потому что, ну, сотку мы уже набирали, надо набирать еще больше, поскольку видео не было 3 дня, я надеюсь, люди по максимуму обратят на это видео. Вот, снимать, кстати, снимается часть вот эта, вот тут вот, вот в этом районе. Я могу даже вам чуть-чуть заспойлерить, так сказать. В общем, в чем прикол? Наш герой каким-то, я пока не буду говорить, в принципе. В общем, главные действия будут происходить тут. Наш главный герой познакомится с новыми людьми, с новой, ну, можно так это пока будет назвать, бандой, вот, с новой Тимой, я так по-современному буду говорить, по-молодежному, вот, и, собственно, вот тут будут происходить основные действия около Черногорска, так что вот, ребята, ждем этот ролик, выйдет он в четверг, я даже могу время сказать, в четверг, наверное, в 6 часов, в 6, в 7 обычно у меня ролики выходят, вот. И также, ребят, почему написано «перезалив» на ролике социальном? Да потому что я как бы, что ли, ну, короче, снял, мне не очень понравилось там кое-что, как я в After Effects взял, поэтому я переделал. Все, пойдем вниз. Вниз давайте спускаемся, ребята, вниз. Так. Ниже идем, пойдем. Если хочешь со мной, то погнали. Вот, ребят, так что... В Черногорск мы не пойдем, мы не у самоубийцы, так что вот, я вам сейчас так рассказал. Это лайт, ребята, это лайт. Если кто-то, ну, пока таких комментариев я не видел, но я сразу их предотвращу. Если кто-то будет писать, типа, ну, ты очень скучный, ты стоял и рассказывал, и ничего не делал. Это лайт, ребята, это лайтовые серии. Это лайт. Тут я просто бегаю, выживаю, лутаюсь и так далее. Если вы хотите смотреть охеренные ролики, то, ребята, это скорее для вас Machinima подойдет, поскольку это у меня ВК. Поскольку Machinima новая будет мега охеренная. Мне просто, ну, говорит, значит, не помню уже, или Топор, или Бабай, или Владру, я уже не помню. В общем, говорит, типа, ну вот, прикольно, но... Надо добавить сюжета, как бы. Вот эти ролики, короткометражки. С самого начала я хотел делать вот такие короткометражные прикольные ролики. Сейчас это переросло в сериал. И мы делаем его, и пытаемся его делать, и... Вот. Погоди.
Ладно, пусть бежит, ребята, я остаюсь тут. Ребята эти постоянно дают на своих вертолетах летать. Вот Мирти и ККС Реборн. Красавчики, ребят, спасибо вам огромное. Если вы смотрите это видео. А вы, наверное, смотрите. Вот, так что потихоньку будем улучшать контент, машине мы. Есть еще одно шоу, я так хотел его сделать, вот буквально недавно совсем, но я забыл, что я... Ну вот у меня была идея наброски, но я вот взял и забыл почему-то, что я хотел. Сейчас попытаюсь вспомнить, но не думаю, что вспомню. Что-то было с реальной жизнью связано и с ХКС. Пока не... Нет, я не помню. Фак. Ладно, так. Давайте спускаться. Тут, в принципе, ничего залутать нельзя. Вот домик. Какие-то проблемы с дверью тут вообще. Не знаю, почему выйти нельзя. В общем, вот, может, античит. В общем, будем тут, наверное, бегать сегодня. Серф полный, я еле зашел. Глоба Лавнова скоро там будет. Вот. Лутаемся. У нас есть достаточно много обоим на лаваш. А, я не сказал, почему я появился в новом месте, как бы без вещей, которые когда мы вышли. Да потому что меня убили, я понял, что если я иногда захочу поиграть на харде, то меня будет постоянно сливать, и нет просто в этом смысла никакого. Так что я думаю, будет много сезонов. Ребята, в ВК мне хватит писать, пожалуйста. Давайте я его все-таки закрою. Или не буду. Ладно, если еще раз кто-то напишет что-то. А я пока беседу покину. Покинуть беседу. Все. Вот. Так. Ну, опять в эти дома заходить нет смысла. Вот. И, ребята, как ни странно, вы все отлично восприняли вот эту фигню. Так что, ребят, сезоны будут разделяться на вот сезоны, будут, после вайпа будет новый сезон, на глобал обнове будет новый сезон. Это не обязательно должно сниматься на сервере Hide, это хард. Это просто обычные похождения мои в Майнкрафте, и вот лайтовый, лайт. Лайт это как бы, ну, без монтажа и без всякой такой вот фигни. Вот. Я не особо любитель этого, но раньше я... Достаточно любил такие вот вещи вытворять. Можно попробовать вернуться на малое аэро. Думаю, сегодня мы серию чуть-чуть побольше сделаем. Ребята хотят больше серий. Я, ребят, понимаю. Так что буду делать. Время просмотра увеличивается. У меня это хорошо. Всех благодарю, как обычно. Что мне еще остается делать, да? Сейчас пойдем сначала залутаем самолет. Обычно там что-то спавнится. Раньше, когда я только начинал играть в ХКС... Мы пробегали, ну, на самом деле, были даже ролики, я очень сожалею о том, что я их удалил, были ролики, как мы бежали, в общем, к этому, к малому аэро, около самолета у нас было три домика с Саньком, кто помнит Санька, кто old frag, кто помнит Санек, он живой, да, скоро ко мне в гости приедет, так что, вот. Вот так вот. Так. Это черно. На в другую сторону. Хотя, в принципе, можно в черно зайти, но очень аккуратно. Ладно, очень аккуратно. Я перепутал, видимо, стороны. Мы не будем внутрь заходить так далеко. Ой, только я рядом. Так, тут, я думаю, лутать особо нечего. Мы попробуем что-нибудь так, что-то такое вообще, какая-то непонятная фигня. Ах, на одного бы сейчас я потратил этот патрон. Видали? Носкоп. Ох, как я раздаю, ребят. Так, фида тут нету, я уже хотел фид прописать. Ну, поднял я шумихи, конечно.
Постараемся не умереть в этот раз. Так, где еда? Лох закрыл, взял. Так, о, меня не вытошнило, отлично. Если я не ошибаюсь, то там у нас... В общем, я не знаю, что тут где, так что будем аккуратны. Так, зомбик. Лети в ад. Я вам обещал играть очень аккуратно, я буду выполнять свои действия. Максимум, куда мы можем зайти, это в пожарку. На хотел я не пойду, это глупая смерть. У нас нет брони, мы совершенно пустые. Там больничка, кстати, можно будет ее залутать. Мы около колгаза, мы около колгаза. Половину серии, кстати, мы сняли на колгазе. Но это была очень плохая задумка, и мы снимали прям в час пик. В воскресенье. Так что вот так вот. Мы очень палимся с вами, ребят. Сюда можно было просто зайти. Ладно. А, вот. Будем аккуратненько так вот. Так вот. Так вот, так вот, так вот играть. Я бы поотвечал еще на комментарии, но... Там, в принципе, комментарии просто, типа... Как дела? Круто, молодец. Я, ну, вопросов нету. Легкие вопросы, чем снимаешь, я отвечаю на видео. Так что, если у вас есть какие-то интересные вопросы, пишите, я озвучу их. Ну, я отвечу. Так, филе-ля-ля, да. Это я не знаю, зачем. Это для крафта. Всякой нехэви, всяких домиков, кто-то что-то лайкнул. Ну, вот так вот. Так. Мы хотели зайти в больничку. Но с провиантом очень плохо. Ладно, кровь не помешает, и бинты, и морфи у нас есть. В общем, будем очень аккуратно с вами играть. Надеюсь, нас не сольют, такой годный лут дали, просто я был кепкой. Смотрю, там пацан. Оказывается, подписчики. Приятно, 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 ребят. Ну, не буду скрывать. Приятно. Вот. Так что, ребят, скоро мы перейдем вообще на новый уровень съемки машины. Машины мы это будет, сразу говорю, это будет основное, что мы будем снимать. Во всяком случае, когда выйдет Global обнова, я не знаю, что там будет. И может будет совсем хардкорно снимать Global, ну, будет снимать. Во всяком случае, мне дают Fly. У меня, кстати, был Fly, но... Поскольку всем Global модерам убрали эту фигню, я попросил, ну, урон, я попросил снять... Эту всю, этот весь бред. Вот. Так что вот так вот. Так. Так, секунду, ребят. У меня кот научился открывать двери, так что вот. Я говорю, лайт, тут вообще ничего не вырезаю, буквально смотрю, просматриваю материал, музычку подставляю какую-то спокойную и рендерю. На самом деле, в первой серии очень было много проблем всяких, тут мне надо будет использовать что-то новенькое. Какой-то, я еще чуть-чуть цветокоррекцию использую, чуть-чуть, потому что на видосе чуть-чуть по-другому яркость и контрастность получается у меня. Более красиво так все. Прям круто. Ну чё, монитор такой. За полтинник. Так. Колгаз. Мы пришли на колгаз. Сейчас народу тут... Ну, вы-то хотите ПВП жареного. Я скажу, что на... Ну, вот тут захватывает очень сильно дух у тебя. Когда ты убиваешь, стреляешь, потому что тут ты это залутал. Тут ты, ну вот, даже если подписчики дали, все равно. Ты, кстати, варпов, по-моему, тоже нет, я не знаю. По-моему, нет. Нет, нет, ну. Нет, наверное. Наверх колгаза я не вижу подниматься, у нас нет оптики. Не вижу смысла. Вот. Очень, короче, интересный там будет машинимум. До Global обновы, может, после Global обновы они... В принципе, будут сохранять качество, но я не знаю, как там и что будет, там все переделают.
там будет все мега офигенно, и возможно я займусь съемком. Так, мы уже слишком далеко зашли, но ладно, пойдем сядем на больничке. Я займусь разными ролики по Global обнове. Кевин Фостер сказал, что это тупо будет как новый проект, так скажем. Ну, то есть с чистого листа практически карту вот оставят. Все будет новое, все будет круто, все. Ребят, все будет офигенно. Так что вот, ждем, надеемся, обещают к Новому году. Но что-то мне подсказывает, что к Новому году она далеко не выйдет. Я не знаю, когда она выйдет. И я думаю, не скоро, не скоро. Кто-то что-то написал, это я уже извиняюсь. Если мне сейчас спамить будет, я просто... Надо постоянно выключать контакт перед тем, как захожу. Меня просят выключать ВК, но... Я непослушный мальчик. Так, давайте залутаем тут. Сегодня ПВП не было, буквально убежали от этой фигни почему-то постоянно. Угол обзора меняется. АКМ. А нет, АК. О-о-о, у нас теперь есть даже патроны. На АК. Зомби. Так, 15 часов. Ночь не скоро, явно не сегодня. Так. Очень аккуратно будем с вами действовать. Пустенько, пустенько, пустенько. Так. Эмочку нашли. Эмочку тоже можно заряжать, но я оставлю лавашек, пожалуй. Так, поднимемся наверх. Один патрон. Фигово. Ну, я все на зомби потратил. Чуть-чуть посидим, и если никого не найдем, а я надеюсь, что мы кого-то найдем и сольем. То... Нормальный движ будет. Так, ну что ж, ребята, давайте, кто хочет с Зимоном по ПВПшиться, я же знаю. Кто-то хочет, давайте откроем чат. Мультиплеер. Ох, тут меня кидают, слышь, Асепт, только. Кто хочет ПВП с Зимоном, я на больничке в черном. Пойдемте вниз. Пойдем на этот. На отель. Нам уже терять нечего, так что... Как я хэд-то не прописал? Эй, стоять. 18 патронов. Кто меня просил тянуть патроны? А, это хэд. Фигово хэд прописывается. Так. Мы уже приближаемся к опасному месту, ребят. Ох, сейчас будет жарко, я чувствую. Тут-то точно народ есть. Тут его много. Ох, ребята. Я чувствую, вас тут много. Фастом, фастом, фастом. Так, давайте захаваем что-нибудь. Так, еще что-нибудь. Сейчас поднимемся наверх и, может быть, закончим серию. Спокойно, спокойно, спокойно. Надеюсь, кого-нибудь сейчас убьем. Опа.
У нас гости. Что будет? Откуда мне их ждать? А я успею. Опа, все, успел. Так, ребята, у нас тут хард. Минус один. Опа, он меня не видит. Красавец. Заметил. Мага-юзер. Так, мне кажется, там был еще один. И у них есть инфа, где я сейчас буду. Поменяемся местами. И будем ждать. Опа, это я. Он меня чекает. Так, как бы мне его так обойти, чтобы он меня не спалил? Ща. Ребят, тут на самом деле такая вот... Он меня видит, сучка. Я не знаю, может на него реально пойти? Фула обоим у меня нету. Опа. Минус. Минус три, ребята, минус три. Вы не представляете, как бьется сердце. Ух. Когда я последний раз так отрывался? Когда я последний раз так отрывался, ребят? Когда я последний так раз отрывался? Когда я последний раз так много килял народу? Йо, у них тут АК прокачанная. Патрики. Пресс. Посмотрите, посмотрите, в каком я... В чем я на них пошел? Это же жесть. Так, у нас тут есть... Неплохо, неплохо. Я тут еще одного где-то слил на улицу, да, вот. Так, тут, в принципе, ничего. Все, уходим. Надо пойти наверх, скрестить все обоймы, если там можно. А нет, это на наковальне можно. Просто. Ребят, просто вот серия удалась, ребят. Серия, давайте, 110 лайков. Офигеть просто, сколько обоим я выбил. Так. Это мы оставим. Побольше рюкзак будет найти. Так. Все, сматываемся. Черно, блять, я сам себя уже боюсь. Убегаем из Черно нахер, подальше отсюда. Мы залутаны, теперь мы можем идти куда хочешь. Минус 3, и на этом я пока остановлюсь. Фух.
Было очень жестко. Когда я последний раз так отрывался, я реально кого-то килял, и когда меня после того, как я кого-то слил, не назвали раком, это просто прекрасно. А еще, кажется, это были люди, которые меня знают. Да, в принципе, меня тут все знают. Выйдет. Так, они даже еще не знают, что я сейчас прям снимаю. Ух, короче, пацаны, было жестко. Так. Ух, какой хороший. АК-74У. Ох, хорошо. Так, выйдем, наверное, тут сегодня. В следующий раз мы отправимся обратно туда. И, ух, это было жесть. Ух. В общем, ребят, всем спасибо, кто смотрел этот видос. Это было реально, это был реально успешный видос. Я думал, сейчас умру и все, и этим закончится. Но нет, ребята, всем спасибо, кто был и вся фигня. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите в четверг или в пятницу, скорее всего, в четверг. Машиниму, давайте наберем много лайков и много просмотров. И давайте, ребят, друзьям рассказывайте, вся херня. Всем удачи еще раз и всем пока. И все такое. Bam.